нет, 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 нет. Изгородь постригают не сверху вниз, а снизу вверх. Мы же обсуждали. Много раз. Кусты оставь мне, а сам постриги траву. Вы ее вчера подстригли? Да. Харриет Лоллер контролирует все. Чем могу помочь, мисс Лоллер? Прошу официально меня представить. Идем со мной. Я уволена? Гораздо хуже. Каждую мелочь. Мисс Шерман, оставить мой некролог на воле случая было бы неразумно с моей стороны. Что ж, некрологи пишу я. И когда придет время, я напишу и ваш некролог. И я прошу написать его сейчас. Здесь пара сотен имен. Меня зовут Энн Шерман, я из газеты. Я бы хотела поговорить о Харриет Лоллер. Итак, по усопшей должна скорбеть семья. У меня есть бывший муж, тот еще козлина. Да чтоб я сдох! Судя по твоему виду, ждать недолго. Усопшая изменила чью-то жизнь к лучшему. Я ее ненавидел. Сильно. Если я захочу услышать ваше мнение, я вам его сообщу. Она мне так сказала. Я была ее гинекологом. Наверняка о ней можно сказать хоть что-то хорошее. Вот умрет, всем будет хорошо. Так сойдет? Весной. Ух ты, какая же она все-таки стерва. Я явно переоценила твой писательский талант. Проблема не в том, как я пишу, я просто пишу о вашей жизни. Моя жизнь не кончена. Пока. Ты поможешь мне создать наследие. Никогда не поздно. Найдем какого-нибудь ребенка, и я изменю его жизнь к лучшему. Что, пьяной за рулем застукали? Не поняла. Ты белая, и ты здесь. Переписать жизнь заново. Я в детстве обожала радио. Я хочу работать дисжокеем. Какую музыку вы будете ставить? Лучше спроси, что я поставлю после Kinks. А это у нас кто? Мой стажер. Здоров! Меня уволили ради столетней бабки? Ширли МакЛейн. Аманда Сайфред. Харриет Лоллер не желает вам хорошего дня. Я не могу написать ваш некролог. Я не готова завершить эту главу моей жизни. Я желаю вам важного дня, настоящего дня. Жми! Дня, который что-то дозначит. Харриет, вы — это что-то. Я такая, какая есть. Последнее слово.